В Орленке прошел конкурс вожатского мастерства в рамках проекта «Профессиональные старты». Его участниками стали подростки, которые хотят связать свою жизнь с педагогикой. Будущие вожатые презентовали результаты стажировки и навыки решения сложных педагогических задач. На конкурсе побывала Дарья Петрушенко. Вожатый. Когда ребенок слышит это слово, у него возникают самые лучшие и приятные воспоминания. Для кого-то вожатый становится мамой, кому-то сестрой или братом, лучшим другом или наставником. В Орленке готовят вожатых с молоду. Больше 10 лет в детском центре реализуется проект «Профессиональные старты». Его участниками стали тысячи ребят, и многие из них успешно работают. В этом году в рамках смены будущие вожатые все, чему научились, представляют на конкурсе педагогического мастерства. Ребята были на школе вожатского мастерства, где учились общаться с ребятами, как управлять коллективом, навыком ораторского искусства, и выходили на стажировку в детские лагеря Орленка в качестве помощника вожатого. В начале смены о себе, как о будущих педагогах, заявили 20 ребят, но сегодня борются за звание самого перспективного вожатого всего 10 из них. Визитку и оригинальную игру для детей ребята готовили заранее. На остальных этапах конкурса приходится импровизировать. Это можно использовать в качестве приза, это можно использовать в качестве подарка. Финалистами конкурса становятся четверо. Один из них – Женя Котляров из Волгограда. Мальчику всего 16 лет, но он уже решил стать учителем физкультуры. Знания и опыт, который он приобрел в Орленке, пригодятся в будущей работе. Для меня задача именно на эту смену была узнать возрастные ограничения, какие игры интересны одному возрасту, какие другому. Я этого вообще не знал. Это было для меня интересно. Вот тема психологии. Хотелось бы вот это узнать и подкрепить эту информацию. Финалисты увезут домой впечатление и сертификат, который даст возможность вернуться в Орленок уже вожатым в летний период. Дарья Петрушенко, Алексей Исаев, Аркадий Коваленко, телеканал Орленок ТВ.